Всем привет! Сегодня видео наше хочу посвятить нашей кошечке шотландской веслоухой Хейлен Фол Грейс. Ласково мы называем все Грейсиком. Да, Грейсик? Да. Грейсик? Вот у него моя губа голубоглазая красавица. Голубосики. Да. Голубосики. Так вот, я ей сейчас буду готовить паштет. Кошечка у нас проблема ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Мы ее уже вот купили такую, не знали, сухой корм ей премиум класса, все что только не перепробовали, ничего ей не подошло, она у нас поносила, прям попа капала, прям вообще, что мы пережили. А ветеринары лечили, там что только не лечили. Ну, в общем, потом я решила перевести ее на натуралку. Начала ей готовить сама. Вот. Я ей готовлю индейку, там говядину, вырезку отборную. Потом добавляю печень, сердечки куриные, легкое. Ну, сейчас вот у меня чисто будет паштет, как бы печеночный, с легким. И с овощами. Брокколи, морковку. Злаки она также у нас реагирует на понос. Злаки я не добавляю, тоже все перепробовали. Вот, поэтому сейчас вот будем ей готовить. Вот как перешли мы на это питание, у нее все наладилось. Получается, что я делала, отварила, порезала все на кусочки. Буду сейчас все это перемалывать в блендере. Все вот это вот складываю в блендер. Так вот все примерно накладываю, чуть больше половины, чтобы все хорошо перемололось. За кадром у меня кошка мяукает, запахи чувствует и кушает. Хотя недавно ела. И туда я еще добавляю бульон, в котором я варила немножечко. Так вот. Вот. Примерно вот так 4 маленькие поварёшечки, и все это дело буду перемалывать. Вот такая вот пюрешечка у меня получается. Вот, потом все это порционно на день, чтобы ей что-то хватило. Я ее кормлю пока 3 раза. Вот она у меня, как говорится, что нужно уже в возрасте 7 месяцев кошек кормить 2 раза, но она у меня не выдерживает. Она и 3 раза-то ест, постоянно просит кушать. Вот, поэтому я вот ее кормлю 3 раза, где-то вот примерно вот, поскольку ей даю разовая порция на 3 раза. И получается вот таких вот 3, максимум 4 полоночка я ложу в каждую. И все это замораживаю в морозилке. На день вытаскиваю порцию, размораживаю, даю. И получается вот примерно вот так это и порция на день растягиваю. Ну, бывает иногда даже и 4-й раз жалеем уже даем. Ну, пока так жалко кошечку, что она столько поносила, столько веса потеряла, когда мы ее лечили. И вот она сейчас набирает вес, растет, и поэтому ей все время хочется кушать, жалко. Да, красавица? Вы такие вот, мы все время голодненькие, вот мамка тут все готовит. Она слушает запахи, вот и вьется, вьется, урчит под ногами, просит покусать, моя сладкая, да? Крещик. Вот урчит как, урчит, урчит, мурлыкалка, да, наша красавица. Да, Глесик. Кусать хочется, такие запахи идут. На заднем плане ребенок кашляет, приболел немножечко. После нашей поездки в Оренбург дать притянула. Вот. Она как колобочек. Хорошая моя. В общем, в итоге вот столько у меня получилось. Вот в таких контейнерах я все рассортировала. Один контейнер, как я уже говорила ранее, на один день. Сейчас я это все поставлю в морозилку, и вот по контейнерам в день будет у меня грызть кушать. Вот на 6 дней получается. Так.
теперь я хочу искупать весь, но прежде чем купаться, мне надо, наш кошечка была шерстная, мне надо ее повычесывать. Кое-где у нас катыши. Вначале я чешу вот такой вот щеточкой. Переворачиваем на пузико, будем чесать манишечку. Ну то эти мышлочки, вот здесь у нас на манишке, как всегда, потому что там еда попадает, все. На манишке больше всего у нас образовываются катыши. Вот у нас уже катыши, да? Вот видим, сейчас тут немножечко так пузики почешем. Мне нравится, мамка чешет. Что мне нравится, наши девочки? Теперь давай, это наши катыши. Надо нам побыстро. Ну не кусайся, ну не надо. Ну что это такое? Давай. Ну надо катыши. Вот. Я обычно вот так вот зацепляю. Аккуратненько, так аккуратненько. Снимаю. И дело ножницами выстегаем. Да, моя девочка? Все тихонечко вот так вот. Мамка сейчас это делает. Обрезать. И все. Все, ты размещаешься еще немножко. Вот так. Да. Что с тобой все растет? Вот обратно вырастет. Видишь, как хорошо. Вот уже все прочесывается замечательно. Да. Подожди, тихонечко. Ну все. Давай вот так прочешем. Это нам больше нравится, да? Все, сейчас я ее прочешу все. И вместе с вами пойдем купать нашу красавицу. Так, вот мы принесли нашу красавицу купаться. Купаться она у нас не любит. Потому что мы ее так часто мыли, когда у нее был понос. Она у нас по 10 раз поносила. Это как у нее пищевая аллергия была, как я вам ранее рассказывала. Мне очень болела попка. Ей было больно, она поэтому плакала. С тех пор она просто боится у нас водичку, да? Аккуратненько. Вон, чем я смочила шерстку и аккуратненько, чтобы кошки не попасть. Ну, мисочку, да? Мисочку. Чтобы она привыкла к воде. Водичку сделаем комфортным чулоком. Заранее разбавим. Сначала съем вот тазики. А потом уже классная подушка будет без тазика. Да, вот так. Вот так, кусочки. За ушками хорошенько, ну, за ушками катыш остался, не так просмотрел, когда вычесывала. Сейчас помоемся, высушимся и за ушками пусть берем наш катышек, да, кусается моя. Вот. Ну, и я вот такими шампунями. Биовакс. То есть, наверное, вот это наша с ней кошечка. Вот. Чтобы для удобства я перелила шампунь с дозатором. Вот эту вот пустую с детского. Вот так удобнее вот убирать и мыть. Вот это. Прыщик. Вот так вот. Лапки. Ну ладно, не ругайся на мамку. Помыться же надо. Помыться же надо. Да, моя маленькая. Сейчас мы искупаемся. Высушимся. Видишь, у нас чистая красавица. Да, моя сладкая. Вот так вот. Купаемся. Сейчас будем мылиться аккуратненько. Смотрим еще шерсточку. Уже привыкну должна. Водичка теплая, комфортная. Это буквально еще ребенок у нас. Маленький ребеночек.
Маленький, сладенький. Вот. Набираем шампуничку. Тут мы ее размеливаем и аккуратненько натянаем мы из головки. Да, немножечко добавляем водички, чтобы спенить, разбавить хорошенечко, да? И вот так. Ну все, все, все. Лапки придержи, она у меня тоже дерет, чтобы не покарабалась. Не убежалась, но так лапочки аккуратненько придерживаем. Да. Ну все. Сейчас, моя хорошая. Вот, а теперь будем просто делаем попкорную водичку. Напор делаем слабенький. И она насыпалась. Это ничего, да? Тепленько. И все тихонечко моем все. Моем все ушками. Ай, когда моем головочку, мы туда на ушко зажимаем. Чтобы не попало, да? Вот так, вот так. Ну аккуратней. Я же такая маленькая, худенькая стала. Это только откуда рвать? Вот она на середине. Бежать надо ей, бежать. Ну сейчас, сейчас, на хорошую. Быстренько сполоснемся. Давай другое ушко. Вот так, вот так. Вот так, моя хорошая. Ну ты куда бежишь, да? Сполоснемся сейчас. Мы будем сушиться. Манишку, манишечку, манишечку. Где наша? Лети мой детки шлет. Лети мой детки шлет. Дети, вот так, вот так. Да, помогай, мальчик. Помогай. Вот так. Лапки сполоснем. Хорошенечко, моя хорошая. Да. Вот так, да, еще. Вот так. Подожди, подожди. Да шейку намоти, да шейку, да манеточку носу. Где у нас больше всего морается и катится? На твоем воротничке пушись там. Так, все, грызь, грызь, грызь. Куда бежать, куда бежать? Все, сейчас. Ты у меня хорошая. Животик, хорошенечко, давай. Животики, животики, животики. Вот они, думаю, сладкие мои. Детишки, детишки. Все, все, выключаем. Вот так. Отжимаем потихонечку. Лапки, лапки. Маленько промакиваем. Задние. Два. Хвостичек. Маленько отжимаем нашу шерсточку. И сейчас будем оттираться. Да, мы идем. Ну все, все, все. Вот такие вот наши Леночка завернулись. Вот такие вот капюшончиком гремимся. Сейчас маленечко обсушимся в пеленочке. А потом будем сушиться феном теплым воздухом, да? Лизы пока немножечко. Лосос и лишняя сладкая. Я расстелила теперь чистое сухое полотенце. Сейчас будем сушиться. Включаем на среднюю. И теплый воздух.
так вот высушились. Там чуть-чуть, может, влажно осталось. Начинаем. Да, вот так вот. Начинаем опять почесывать. Розовенькие. Да, мамочечка наша прекрасная. Да, вкусненькая. Да. Ой, что мы хотим. Мы хотим на хорошую девочку. Да. Да. И козочки. И козики наши пушистые. Да, все, сейчас будешь сама перемываться. Я знаю, что ты будешь. Тебе еще не нравится. Сейчас будешь по-своему перемываться. Подожди. Я тебя вытешу, чтобы у тебя катыши не было. Чтобы шерстка была мягенькая. Пушистенькая. И потом будешь сама. Да, будешь сама перемываться. Ну, чего ты? Теперь мы перемываемся по-своему, да, Грейс? Вот. Это у меня перемывается. Так, мне нравится, как помыли, мне нравится, как почесали. Надо перемыть сюда. Вот тут, еще все перемыть. Вот она, моя чистая красавица. Намылась, покушала. Белоснежненькая моя чистая. Да, Грейс? Вот такие мы красоточки сидим. Вот такие мы сладкие девочки. Ну все, на этом домашний влог по уходу за нашей красавицей заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Пишите, как вы ухаживаете за питомцем, какие у вас домашние питомцы. Подписывайтесь на канал, нажимайте, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Всем пока-пока, да, Грейсик? Всем пока-пока, Делапка. Пока-пока. Thank you.